haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy. А сегодня хочу вам порекомендовать лучший игровой хостинг Doom.org. Качественное обслуживание, низкие цены, ребятки. Там вы даже сможете найти моды популярных серверов. Ребятки, я вам рекомендую. За качество работы я лично отвечаю сам. Ссылочка в описании. Здравия желаю, братва. С вами Эль Папочка Митин. И такое приветствие, потому что я думаю, в связи с последними событиями вы знаете то, что, пацаны, я теперь старшина Митин с Антера Голди, ребятки. Так что прошу это самое уважать, ёпта, на районе, иначе прибью. И, ребята, как вы сегодня уже поняли, я для вас отдаю сборочку свою, которую давно, так сказать, собрал. И которую я вообще не знаю, буду ли я ее менять когда-либо, потому что меня прям дико все устраивает и мне по кайфу. Вкусы у меня так сильно быстро не меняются. И, ребята, сразу вам скажу, в описании будет ссылка на полноценную GTA-шечку. Кто уже знает эту сборку, смотрит меня постоянно, бегите уже скачивать, ребят, полноценная сборочка. То есть сразу GTA-шка для тех, кто, кому лень там все это собирать и так далее, и просто хочет поставить и заебись катать. Или же для тех, кому понравились там ганы, еще что-то и так далее, моды по отдельности. Да, ребят, за это поставьте лайк. Моды по отдельности будут тоже в описании. Так что кому нужно, кто знает уже, как выглядит моя GTA-шечка, бегом качать. Ребятки, пока я лечу к своему домику, чтобы взять некоторые компонентики для качественного контента и продемонстрировать вам намного больше, я расскажу вам про худ для начала, поскольку его всегда видно. Ребята, худ, он гетовский, да. Сейчас модно в гетто использовать, как вы видите, тонкий радар обычный, ганпак, где такой, ну, крутой ганпачок, я не знаю, как его охарактеризовать, ну, где обводка маленькая и так далее, тоненькая. Есть ганпаки, где делают и как на радаре обводочку, но мне не особо это вкатывает. Но в описании там будет много обводок с нашим ганпаком. Там и тоненькие есть, и толстые, и жирные, и хуёвые, да, все есть. Ребят, тонкий радар, HD-карта мапа, все видите. То есть красиво, круто выглядит. Карта квадратов у меня должна была быть, но я не знаю, почему ее нет. Если что, можете ее тоже поставить, кто юзает карту квадратов и понимает, о чем это я. И, соответственно, худ, денежки белые, такие маленькие деньжата. То есть, бля, не знаю, мне прям реально этот фон зашел, он качественный, такой, знаете, деловой, пиздатенький, охуенненький. Так, да, папа охуенно приземляется, ребят, это меня ВВС научили. Вот, дайте я зайду, мне нужно взять снопу и съебаться быстро с этой респы, потому что на этой респе такие тачеры играют, что я охуеваю, убьют за секунду. Я уже 10-й раз переснимаю, если честно. Так, все, беру тачку и валю нахер отсюда, от этих гет-тачеров, блядь. Они просто увидят, блядь, старшину Митина и пиздан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, ребятки, ганпак. Сейчас я вам продемонстрирую ганпак. Худ, вроде ничего больше такого не нужно показывать. Все это видно полноценно сразу. Давайте ганпак вам покажу. Угу. Так, дигл. Садимся, дигл. Чисто такой черепа, розы, все в моде, в цвете. Написано Голди на нем. И на рукояти там тоже логотип Голди. Дальше у нас идет шотган такой. Тут лого Голди. И, соответственно, точно такой же гравировкой он сделан. Эмочка крутая. Ну, яркий ганпак мне очень нравится, чисто под яркую GTA-шечку. Если скины поменять еще на гетовцах, будет еще круче выглядеть. Тоже тут на рукоятке логотип Голди. Снопа — это старый ганпак наш, как старый. Он мало юзался, она тоже приватная. Весь ганпак приватный, это нашей семьи, ребят. Отдаю вам. Тут тоже есть логотип. И давайте проверим звуки, ребят. Так, вот такой у нас дигл, шотган. Я давно не менял звуки, мне по кайфу такие, хуй знает. Эмочка, ну такие приятные звуки, дигл точно под плюс С. И, соответственно, ребят, смотрите, снопа тоже кайфовая, то есть прицел-то хоп, зазумился, убил. То есть это очень приятно и круто. Ребят, сборка не особо приватная, не стоит сразу там кукарекать, писать, ой, я это видел, понятное дело. Я не создатель модификации, я лишь просто собираю то, что мне нравится. Как вы могли заметить, HD-деревья — это самые мощные деревья в сампе, которые есть по прорисовке там и так далее. Ну, по качеству, реально, это самые лучшие деревья. ФПС жрут. Ребят, насчет того, что жрет ФПС, пойдет на слабый ПК. Ну просто поставьте ее, вот просто возьмите, я не знаю, полноценную сборку скачайте, поставьте ее, просто сыграйте. Если все хуево, то все там, я не знаю, удалите. Что-то понравилось, просто худ, ганы забрали. Понятное дело, ганы все заберут, потому что это реально приватная хуйня. Хоть вы в голде, не в голде, их все равно люди поставят. Далее идут качественные тени, не такие, как у многих челиков, которых стоят, где просто такая шишка черная на пол экрана, не особо нравится. Они такие более мягкие, прикольные. То есть они оставляют тени только от машин, от объекта и от некоторых столбов, не от всего подъема.
подряд, вот как вы видите. Я убрал все другие тени, то есть от домов, прочего, чтобы не жрало FPS. Ну, и не было такого говна, когда ты едешь по GTA-шечке, и у тебя, соответственно, бля, тени со всего, что есть. И тени Ambient Occlusion. Понятное дело, они у меня стоят. Они стоят не на полную мощность, чтобы FPS-ик, ну, 200-300 у меня держался всегда. Мне это более такая кайфовая картинка для меня становится, хотя мало различий. Я скину вам конфиг, ребят. Вы просто его импортируете в NVIDIA. У кого кто знает, кто поймет. Там некоторые настройки всей моей GTA-шечки и так далее тоже установлены. И, соответственно, ребят, у кого AMD, извините, ребят, ну, что я сделаю? Вот под NVIDIA только сделали такой профайл. Вот и все. Ну и частично про визуализацию я все сказал. Есть еще NB яркая, которая просто добавляет краску. Это как обычный color mod. Но в чем прелесть NB? Он убирает некоторые такие баги, он делает игру более сглаженной. И, соответственно, вы видите, немножко у меня мерцает GTA-шка. Это из-за камхака. Уберите камхак, и у вас GTA-шка будет еще намного лучше и плавнее, ребят. То есть без NB FPS, конечно же, больше. Он немного жрет, все же как-никак, потому что блики от авто. Shift F12 отключать, Shift F11 блики от авто. Видите, отключайте, все. То есть там Shift F9 делает игру более вот так вот поярче. То есть все это разберете. Shift и F-ки понажимаете, увидите всякое чудо, ребят. Крутой ENB, я всегда только с ним гоняю. Он для слабых компов, который просто добавляет краску к игре. Не знаю. Но я настолько привык, что мне вот на такой тусклой GTA-шке не очень круто играть. Вы можете всегда это понизить в NB Series, то есть в корне игры понизить все эти настройки, кому режет глаза. И давайте сегодня я вам расскажу уже, соответственно, про Клео, про все свои клеосы, которые у меня есть, что я юзаю тогда, да ничего нету по сути. Set time, ребят, чисто set time, вот вы видите, как я вожу команду, меняется погода, слитая хуйня, у всех все это есть, так что, я не знаю, я уверен, есть люди, у которых этого нету, или же просто качают, они могут с каким-то стилером быть, потому что это самый популярный клеосик. Далее, что у меня в Клео? SMCM камера, вводите как чит-код, вы видите SMCM у себя на экране, и, соответственно, вы можете летать, просто ходьба, и на нумпаде вы меняете, то есть, свое положение, то есть, вы можете всегда заснять видео, но эта штука вас тпхает, ребят, за это могут забанить, ребят, так что, ну, не используйте, где это не разрешается, мне на Advance это разрешили, чисто, чтобы я снимал челиков там, то есть, какой-то контент, вот, полезная камера, вы можете с ней заснять свои крутые мувики. F-скин, ребят, чисто меняешь свой скин, я не знаю, какой хочешь, когда тебя там, бля, взяли на печеньку какую-то, а ты можешь себе всегда поменять скин, я, конечно, еще забыл про это, не ставлю всяких генералов и так далее. То есть вы всегда можете себе полноценно изменить скин, дайте я свой, бля, поставлю его, Grow Street Home, блядь, вот. И это довольно пиздатое Клео, вроде у меня ничего такого больше нет в Клео, они более такие вспомогательные, которые убирают нули у денег, которые фиксят сенсу, то есть я всегда полноценно могу крутить нормально, видите, она у меня прям медленная, что прям было жестко, моя сенса тоже будет там, в сборочке, вот, и то есть не будет вот так вот супер резко, она всегда очень гладкая, ну то есть понятное дело. И еще одно Клео, которое я вспомнил, ребятки, это Reconnect. Вводите слэш Reconnect и секунду, как вы будете, через какое время вы хотите заново подключиться к серверу. Вы, наверное, не любите играть там на GTA-шке, потом перезаходить вам надо. Нет. Просто вот на Advance RP Orange, ребят, я здесь играю, ребят, мой промокодик обязательно вводите. Здесь разрешен Reconnect, потому что здесь нормальные админы, они шарят. Просто вводите Reconnect и какое-то, ну, секундное время. То есть на Advance, чтобы переподключиться повтор, нужно 15 секунд. Вводите и все, вы переподключаете. Сейчас я не буду это вводить, дабы, блядь, у меня вся хуйня не сбилась, то есть, чтобы я не появился у себя в доме. Вот, так что на Advance RP Orange это точно разрешено, вы можете юзать. Не знаю, как на других серверах. Лучше читайте об этом правила. Но лучше играть на Advance RP Orange, ёпта, и пишите все, если в описании, ребят, это самое хуя, да. Так что, ребят, как я вам сказал, не буду затягивать, вы сборку полноценно видели. Я сливаю ее только для своих людей, а для своих сабочей, для друзей, братвы и так далее. Я не буду на этом новую аудиторию набирать. Ну, понятное дело, на SetQuest я залью, чтобы вы поставили лайкосик и так далее, чтобы не было всякой фигни. Я тут старался вам что-то делал, заливал. Вы ее просили, я не делал никогда просто на этом контент. И, соответственно, из-за ваших просьб я это и делаю. Вот, и поэтому я так и поступаю. Так что, ребята, качайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все есть в описании. Надеюсь, я вам все рассказал. Если есть вопросы, пишите комментарии, я всегда на них отвечу, ребят. Я все полноценно читаю. Всем удачи, ребят, и спасибо вам огромное за просмотр. Всем пока. Could be the saga, could be the drama, son just fit, but I'm getting lit.